Самарелакта отметил 85 лет. Завод, построенный в Куйбышеве в 1932 году для обеспечения горожан качественной молочной продукцией, сегодня является стратегическим предприятием крупного международного холдинга. И именно на этом комбинате, помимо традиционных продуктов, сейчас производят инновационную термостатную продукцию. Об истории и перспективах в нашем материале. На этих архивных фотографиях первые публикации газеты «Волжская коммуна» о строительстве в Куйбышеве молочного завода. Его начали возводить в 1930-м, а уже спустя 2 года продукция поступила в магазины города. На более поздних снимках завершение строительства уже 3-го корпуса, который впоследствии получит название «Самаралакта». Этот молочный комбинат, пожалуй, одно из немногих предприятий региона, которое за все время своего существования успешно развивалось и не теряло позиции в экономике области, даже в сложные 90-е. 90-е годы было сложно всем. Наше предприятие как бы тоже не осталось в стороне. Но я думаю, что благодаря только нашему директору Арнаутову Анатолию Михайловичу мы смогли выстоять, пережить это время. Завод остался на плаву. Тогда завод произвел настоящую революцию, освоив в 1992 году производство молока со сроком годности 6 месяцев. Его отправляли через всю страну на север и Дальний Восток. Потом были творожные сырки, йогурт, то, чего никто из соседей еще не делал. Объединение с компанией «Данон» в 2010 году позволило перейти к более высоким международным стандартам производства продукции. Для обеспечения качества выпускаемой нами продукции у нас на всех предприятиях нашей компании внедрена система пищевой безопасности и промсанитарии, которая реализуется по определенной программе. Не реже, чем раз в год проходим мы внешний аудит, который подтверждает соответствие наших предприятий самым высоким международным стандартам по обеспечению качества и пищевой безопасности нашей продукции. Новое приемное отделение молока, позволившее в 3 раза увеличить мощности переработки, современные производственные линии и крупный логистический центр. С такими итогами молочный комбинат подошел к своему 85-летнему юбилею. Самая масштабная в истории завода реконструкция в 2015 году была включена в перечень приоритетных инвестпроектов Самарской области. Для нас «Самаралакта» – это передовое производство. На нем работают очень ответственные, очень творческие люди. Именно поэтому самарскую площадку мы очень часто выбираем для того, чтобы запускать какие-то очень интересные новинки, важные не только для нашей компании, но и для всего российского рынка и для всех потребителей. В день юбилея принято собираться вместе. На торжественном вечере ветераны, действующие сотрудники, партнеры, представители региональной власти и руководства компании. Лучшим вручают награды и благодарственные письма. Впереди у коллектива грандиозные планы – запуск дополнительной линии для термостатов, статной продукции, выпуск новинок и развитие производства молока в Самарской области. Анна Ивахина, Андрей Авдеев, Новости губернии.